зрители и подписчики моего YouTube канала. Это видео будет о древнем городе Шуруппак. Я когда-то очень давно делал подобное видео, но по независящим от меня причинам мне пришлось его удалить, и я решил не восстанавливать его, а полностью переделать. Полностью сделать новое видео о городе Шуруппак. Согласно древним мифам и легендам, Шуруппак входит в 5 наиболее древнейших городов. Если мне память не изменяет, это там были такие города, как Эриду, Шуруппак, Ларак, Ларса и, по-моему, Баттибира. Согласно эпосу о Гильгамеш, там самый древний, можно сказать, что представитель убоид культуры, по современной версии он называется Ной, по более древних версиях он называется Утнапиштим, Утнапиштим Ziusudra and Atrahasis. Он говорит Гильгамешу, Гильгамеш это прапраправнук там Энлиля, и он говорит ему, что Гильгамеш, я открою тебе тайну, я потом текстом более подробно напишу. Гильгамеш, я открою тебе тайну, этот город, Шуруппак, город очень древний, и я открою тебе тайну богов, в этом городе до людей жили боги, анунаки. Дословно цитирую текст из эпоса о Гильгамеш. То есть Шуруппак, он очень древний. Если современные исследователи хотят найти хоть какие-то следы анунаков, то нужно копать на глубину не менее 18-20 метров. Не менее. И тогда, может, действительно на этой глубине могут быть какие-то их следы. Трудно сказать, какие они будут, но какие-то теоретически должны быть, так как в любом случае, но это надо перекопать площадь как минимум, наверное, 20 на 20 километров. Это физически невозможно, но в теории, если бы люди захотели найти какие-то их следы, то надо перекопать площадь на глубину 20 метров, на площади 20 на 20 километров, где сейчас находится Шуруппак. И тогда теоретически можно найти какие-то их следы. Еще скажу, что Шуруппак описан как город, в котором жил так называемый Ной. Он же Утнапиштим, он же Ziusudra, он же Atrahasis. Он застал так называемый Ноев потоп. Это потоп действительно был. Что бы там скептики ни говорили, оказалось, действительно был. Конечно, не так, как написано в Библии, но потоп был вызван падением так называемого астероид Буркле-кратер в Индийском океане. Циклопические цунами этого потопа смыли всю убоид культуру в Месопотамии и не только ее. И остатки халав культур и самара культур, а также в Индии
предшественнице арабской цивилизации. Потоп произошел примерно в 3800-3600 году до нашей эры, то есть это примерно 5800-5600 лет назад. Еще раз скажу, в 3800-3600 году до нашей эры, то есть 5800-5600 лет назад. Потоп действительно был. И следы этого потопа первый обнаружил Леонард Вулли при раскопках шумерского города Ур. Там есть целая книга, ну, целая там страница описана в книге, как находили следы этого потопа. Были обнаружены не случайно. Наносы потопа примерно от 5 до 8 метров в высоту, нанос потопа. Песка, ила, поверху боит культуры. Все остальное о городе Шурупак вы увидите дальше. Видео там будет показана более подробная информация. Я только скажу, что город Шурупак это город нескольких божеств, относится к нескольким божествам. Одна из них это, если мне память не изменяет, Ninlil, она же Сут, жена Ninlil'а. Вторая из них должна быть Нинхурсак, Нинмах. Она дочка Ану, сестра Энки и Энлиля. Все остальное вы увидите дальше в видео о городе Шурупак. Спасибо за просмотр, спасибо всем, кто помогает моему YouTube-каналу. Thank you.
относится в основном к древней месопотамской культуре, он намного древней, чем шумерская цивилизация. Согласно официальной версии, Шурупак датирован примерно 6500 год до нашей эры. Хотя шумерская цивилизация датируется как минимум 3800 год до нашей. Это так называемый священный город Ниниль и Нинхурсак. Если вы прочитаете официальные научные переводы официальных шумерских табличек, я не говорю именно о полувыдумках Сичина, я говорю официальный научный перевод официальных шумерских табличек, которые официально находятся в официальных исторических музеях. И там написано, дословно цитирую, «Утанапишьтим, он женой, обращается к Гильгамешу, что Гильгамеш, я открою тебе тайну, Шурупак, он очень древний город, но, мол, он древнее намного, чем шумерская цивилизация, чем шумеры. Он с допотопных времен, то есть с периода старше 3800 год до нашей эры, это более чем 5800 лет назад. И он говорит ему дословно, что буквально этот город очень древний, и в этом городе были боги. Ну, речь о так называемых анунаках. И, мол, в этом городе были боги, они когда-то были там. И это, мол, тайна, которая скрыта от людей. Цитирую дословный перевод. Это не я придумал, не мне приснилось. Можете официально поднять официальные переводы, и там все это буквально описано. Я запомнил по памяти. Так что очень древний город. К сожалению, на поверхности очень мало сохранилось. Все самое древнее на глубине приблизительно 12-15 метров и более. То есть самый интерес скрытый глубоко под землей. Все, что мы видим на поверхности, это не тот Шурупак, который видел когда-то богов настоящих. Всем советую посмотреть данное видео. Будет еще вторая часть данного видео, когда соберу полностью материалы. Пока что то, что есть, то есть. Она будет не сразу, но со временем я сделаю обязательно вторую часть. Данную часть я назову первая часть о Шурупак. И будет еще вторая часть данного видео. Спасибо всем, кто будет смотреть данное видео. Спасибо всем, кто смотрит мои видео.